Вся страна склонила головы и флаги. В России день траура в память о жертвах наводнения в Краснодарском крае. Местная власть не справилась с чрезвычайной ситуацией, уверен губернатор. Глава Крымского района отправлен в отставку. Надежда так и не узнала своего спасителя. Андрей с друзьями сам собрал спасательную бригаду о людях с большой буквы истории зоны ЧС. И на город якобы движется вторая волна. Слухи вызвали в Крымске массовую панику. Наш корреспондент на прямой связи с места событий. Это «Факты на девятом». Здравствуйте. Сегодня в стране Всероссийский день траура по погибшим во время наводнения в Краснодарском крае, в Крымске, Геленджике и Новороссийске. По всей стране приспущены государственные флаги и отменены все развлекательные мероприятия. Соболезнования семьям погибших поступают со всего мира. Многие страны предложили свою помощь в ликвидации последствий стихии. В программе нашего канала также произошли изменения. Весь день не было развлекательных программ и рекламы. По последней информации, большая вода унесла жизни 171 человека, и трое из них – дети. Около 20 тел остаются неопознанными. МЧС России открыла федеральную горячую линию. Позвонить можно из любого региона страны и получить информацию о ситуации в крае. В Геленджике, Новороссийске и Крымске работают телефоны экстренных служб и горячих линий. Они сейчас на ваших экранах. По ним можно позвонить спасателям и полицейским, если кому-то из ваших близких нужна помощь. Губернатор Александр Ткачев выразил соболезнования семьям погибших. Глава края обратился со словами поддержки ко всем, кто попал в беду. Дорогие земляки, последние дни не только для Крымского района, но и для всей Кубани, всей страны стали поистине днями испытания. Произошла трагедия, масштабы которой мы до конца еще даже не оценили. Более 170 погибших, 24 тысячи пострадавших, фактически разрушен целый город. И все это стихия сделала за считанные часы. Боль вошла в каждый дом и каждую семью. И сегодня весь край скорбит по жертвам наводнения. Сопереживает тем, кто лишился близких, кто потерял жилье. Я обещаю, люди не останутся один на один с бедой. Мы поддержим каждую семью. Сегодня начались выплаты первой компенсации. В общей сложности каждый пострадавший получит по 160 тысяч рублей. Те, кто потерял близких, по 2 миллиона рублей. Взамен разрушенных построим людям новые дома. А до наступления холодов, пострадавшие от наводнения, люди въедут в новые дома и квартиры. Мы сделаем все, чтобы вернуть города и станицы к нормальной жизни. Но чтобы справиться с последствиями самого разрушительного наводнения, в истории края нам потребуется напряжение всех сил. Сегодня как никогда важна помощь каждого. Я знаю, что все больше и больше людей, предприятий и целых районов приходят на помощь Крымску. И хочу поблагодарить всех тех, кто откликнулся на нашу беду. Гуманитарная помощь поступает со всех уголков России. Хочу сказать всем огромное спасибо за ваше неравнодушие, сострадание и участие. Дорогие земляки, сегодня в Краснодарском крае и в России день траура по погибшим во время наводнения Геленджике, Новороссийске и Крымске. Давайте помянем их и помолимся за них. Напомню еще раз, в результате разрушительного наводнения на Кубани погибли 171 человек, пострадало 35 тысяч, подтоплено более 5 тысяч домов. Это данные Министерства по чрезвычайным ситуациям России. Наибольший удар стихия нанесла городам Крымск, Геленджик и Новороссийск. Без крова остались более 18 тысяч человек. В спасательных операциях задействованы не только сотрудники МЧС, но и военные. Откачать всю воду в затопленных дворах и домах Крымска планируют к вечеру вторника. В городе развернуты мобильные госпитали. В Крымске к медикам обратились уже свыше 670 пострадавших. Организовано оказание экстренной психологической помощи. Ее получили более 3500 жителей Кубани. На телефоны горячих линий поступило больше 2000 звонков. И сегодня стало известно, что правительство России выделяет Краснодарскому краю 3 800 000 000 рублей. Эти деньги пойдут на строительство, приобретение жилья пострадавшим и на выплаты единовременного пособия.
Крымчане лично убедились, что сбросы из гидросооружений Небердяевского водохранилища не могли стать причиной наводнения. Пятеро делегатов, выбранные на сходе граждан, облетели на вертолете пострадавшие территории. Совместный полет с крымчанами краевые власти организовали специально, чтобы развеять слухи о том, что вода хлынула на Крымск из шлюзов водохранилища. Люди кричали, что шлюзы. Нет, там нет шлюз вообще. Там вот такая, как воронка, как ее называют, я не знаю. В нее входит вода, и чуть ниже выходит такая штука. Вокруг ничего не было. Как бы это не было сброса, там нечему сбрасываться. Если бы она сильно наполнилась, она перешла бы через верх только. Шлюзов нет, однозначно могу сказать. Небержаевское водохранилище к данной тихоокеанской катастрофе не имеет никакого отношения, потому что у него для сброса воды в таком количестве нет возможности. Напомню, вопросы о том, были ли причастны шлюзы водохранилища к трагедии в Крымске, жители города задавали на сходе граждан. Тогда же и было решено организовать этот облет, чтобы проследить путь, по которому пришла большая вода. Президент Владимир Путин сегодня почтил минутой молчания память погибших на Кубани. Глава государства провел в Кремле совещание по ликвидации последствий наводнения в крае, где ему доложили о ситуации в регионе и помощи пострадавшим. В свою очередь Путин призвал Следственный комитет провести объективное расследование того, как сработала система оповещения о наводнении в крае. Спросил и о состоянии Небердяевского водохранилища, вокруг которого ходило так много слухов. Еще раз подтверждаю, само водохранилище и связанные с ним технические устройства находятся в работоспособном состоянии. Никаких технических сбросов, как говорил в средствах массовой информации, там не было, поскольку это невозможно. Группа граждан инициативная, насколько мне известно, на вертолете облетела само водохранилище, посмотрели там. Вместе с губернатором. Да, вместе с губернатором. Своими глазами убедились в том, что это соответствует действительности. Должен сказать, что я их понимаю прекрасно. Сам бы пока своими глазами не увидел, не поверил бы, что все это в порядке, потому что явление такое жесткое, и предварительные данные, понятно, это природное явление. Тем не менее, нужно проанализировать самым тщательным образом, как работали все службы. Конечно, людей не вернешь, это ужасная трагедия, еще раз выражая соболезнования всем семьям погибших, нужно помочь этим семьям, нужно помочь всем другим людям, которые оказались в очень сложной жизненной ситуации, в очень тяжелой. Утратили практически все свое имущество, нажитое годами, десятилетиями, остались практически ни с чем. И сделать это нужно быстро. Процедуры уже... Путину также доложили, что пострадавшим уже начали поступать первые денежные выплаты, которые планируется выдать в течение 3 дней. Кроме того, на месте трагедии ведут работу санитарные службы. За тем, что происходит в Крымске сейчас, наблюдает наш корреспондент Ольга Музыка. Она находится на прямой связи со студией. Ольга, здравствуйте. Какие настроения сейчас в городе? И насколько верны те самые слухи о второй волне? Что говорят люди, что есть на самом деле? Да, Артем, слухов действительно очень много, но, как видите, мы сейчас в прямом эфире в центре Крымска, и нас никуда не смыло. Но, конечно, знаем о тех слухах о второй волне, которая, мол, идет на город со стороны Варнавского водохранилища, но давайте послушаем, что об этом говорят сами люди, которые живут в этом городе. С машины выкрикнули, что вода идет. Вот и я не знаю, верить этому или не стоит. Честники говорят, что нет. Хотя машины пожарные также выезжают отсюда, как и все остальные гражданские машины. А как вообще пошел слух о том, что вода идет? Неизвестно. Неизвестно. Начали машины ехать. Мы тут же дома начали, сказали, идет вода. Мы сюда быстро, сюда вот подошли. Там есть рабочие, все. Всех трусит, колотит. Говорят, оттуда. Но откуда оттуда, с той стороны вода? Там не может быть. Кто с Новороссийска, кто это? Отсюда, ну, нету. Когда была волна, за 20 минут она так поднялась до 2 метров. Ну что сказать, Артем?
Артем, те люди, которые знают, на каком уровне по отношению к городу находится Варнавское водохранилище и в какую сторону текут реки, наверняка знают, что потечь вспять вода не может. Это может произойти только если вдруг на Земле неожиданно перестанут действовать законы физики. Ну а, собственно говоря, в чем тут дело? Дело в том, что мы получили информацию из неофициальных источников в правоохранительных органах о том, что в городе действует группа профессиональных провокаторов, их несколько человек. И, как видите, трагедия привлекла не только волонтеров и тех людей, которые хотят помочь, но и людей, для которых выгодна какая-то паника и беспорядки. И зачем все это им нужно, честно говоря, мы не знаем. Станет известно, как только этих людей поймают. К тому же распространение слухов в городе может быть вызвано еще и тем, что сегодня здесь более-менее заработала мобильная связь. И люди стали активно пользоваться мобильным интернетом. А большинство слухов как раз-таки и проходит через интернет. И те люди, у которых нет доступа к телевидению или к радио, к сожалению, по инерции верят тем людям, которые поддались панике. И что могу еще сказать? Ну, кто знает, зачем вообще этим людям нужно сделать над бедными жителями, которые, честно говоря, не спят уже практически трое суток, лично мне непонятно. И сегодня, кстати, которые предлагают денежные компенсации взамен на подпись на неких бланках о том, что люди были заранее предупреждены о надвигающейся стихии и добровольно почему-то не захотели покидать свои дома. Так вот, это неправда. И вот что по этому поводу нам в комментарии нам сказала о выплатах компенсации министр социального развития края Елена Ильченко. Сегодня ни один почтальон, действительно реальный почтальон, не ходил по домам, потому что работа была организована в отделениях почты, работало 6 отделений, продолжают работать, и необходимости ходить почтальоном сегодня не было. Поэтому если такие люди где-то появлялись, то надо быть очень осторожным и действительно убеждаться, что почтальон ли это. Также сегодня ходили слухи о том, что в городе нет инсулина. Это тоже неверно. Он выдается всем нуждающимся в городе. И говорят еще в Крымске и о сотнях погибших, мол, что количество их зашкаливает за 1000 человек. И, как мы уже говорили, самый страшный, самый сильный слух, который действительно сегодня поверг город в панику, это о том, что идет вторая волна на город со стороны Варнавского водохранилища. Но в связи с этим правоохранительные органы обращаются ко всем, кто нас видит и слышит в Крымске, что если вы услышали что-то подозрительное, спросите у этих людей документы и сообщите об этом в полицию. Потому что нужно верить, доверяйте, верьте только той информации, официальной информации, которая до вас доходит. И вообще, будьте бдительны, внимательны и осторожны. Артем? Да, Ольга, большое спасибо. Напомню, в Крымске находится наш корреспондент Ольга Музыка и весь день передает нам последние новости из этого города. Добавлю, что все нуждающиеся диабетики могут получить инсулин в Крымске, в городской больнице на улице Горная, 15, в детской и взрослой поликлиниках и в пункте скорой медицинской помощи. И только что МЧС России официально заявило, угрозы второй волны наводнения на Кубани нет. Министерство опровергает информацию ряда СМИ о возможной второй волне наводнения на Кубани. По сообщению Южного регионального центра МЧС, никакой угрозы нет. В настоящее время обстановка стабильная. Сейчас в Крымске спасатели оповещают по громкой связи местных жителей, что повода для паники нет и ничто им не угрожает. Новый облет также развеял все слухи. Только что в здании администрации жители Крымска, которые участвовали во втором облете, встретились с губернатором Ткачевым и рассказали о том, что видели с высоты. Их путь проходил по руслу, по которому шла вода на город. И главное, люди побывали над двумя водохранилищами, которые, по слухам, и стали причиной затопления Крымска. С горных ущелий, а их десятки в этой местности, и скапливалась в реке. Затем, достигнув предела, эта вода буквально лавиной пошла вниз. Никаких шлюзов не спускали, их нет ни в одном из этих водохранилищ. Бывали сейчас, видели все водохранилища, да, и реку. Есть вторая волна? Нет. Нет, мы же сказали, нет.
Мы только приземлились, бегут люди и говорят. Самое страшное и обидное, цинично. Это были не единственные провокации в подтопленном Крымске. Буквально недавно по городу прошел слух о второй волне воды, которая надвигается со стороны Нижнебаканского водохранилища. Этот слух опровергли участники облета. Сейчас по городу ведется оповещение полиции, что никакой опасности для жителей Крымска нет. Участники облета скоро встретятся с жителями города, чтобы рассказать об увиденном. В Крымске сегодня начали хоронить погибших. Попрощаться с жертвами наводнения пришли не только близкие. Венки и цветы приносят и незнакомые люди. Тем временем спасатели и волонтеры продолжают ликвидировать последствия стихии, а медики оказывают помощь. Борис Максудов продолжит. Похороны погибших начались сегодня рано утром. На кладбище в течение дня прибывали похоронные процессии одна за одной. Люди приносили цветы и венки. Причем не только родственники, но и незнакомые. Представьте, ладно, ну у меня муж умер своей естественной смертью, а у них внезапно это вся семья, не вся половина семьи нету. В самом городе продолжается генеральная уборка. Разрушенные дома сносили сотрудники МЧС, кое-где вручную, почти без техники. Вот это видите, да? Смотрите, бетоны какие, глыбы. Вот тут ровно все у меня блестело, было гладенько, цветы, все, теперь горы. В уцелевших домах жители кое-как пытаются навести порядок. Без чистой воды, которой до сих пор нет в домах, это делать сложно. Жители пытаются хоть как-то найти в себе силы и надеяться на лучшее. Ну, я оптимист по жизни, у меня руки никогда не отпускаются. В принципе, я уже даже начинаю думать, что я буду делать, какой ремонт. Затопленные дома сегодня обходили сотрудники БТИ. Они регистрировали разрушения. Таблички с номером со многих зданий смыло с водой. Теперь эта топография – единственное доказательство, что дом был под номером 111. Его хозяин, как и остальные, должен получить от государства компенсацию. Первую часть – 10 тысяч рублей – на начальные расходы выдавали уже сегодня в почтовых отделениях города. Выплачивать ее будут в течение нескольких дней по спискам. Линия почты работает в обычном режиме с 8 до 8. И начали выдавать компенсацию, предоставлено согласно списков УСЗН. Вместе с выплатой денег началось и восстановление паспортов. Наводнение лишило сотен людей не только крыши над головой, но и документов. В паспортных столах организована скорая выдача паспортов. Документ восстановят в течение 2 дней, причем без пошлин. Сегодня в медпунктах поток людей не заканчивается даже вечером. Приходят как на обычный осмотр, так и с легкими травмами. Врачи делают прививки от столбняка и дифтерии. Запасы лекарства постоянно пополняются. Борис Максудов, Ольга Музыка, Ирина Кизельбашева, 9 канал, Крымский район. Губернатор Александр Ткачев отправил в отставку главу Крымского района Василия Кручко. Исполнять обязанности главы будет Александр Васильев, который еще вчера возглавлял Абинский район. Об этом глава региона объявил сегодня в Крымске, собрав внеочередное заседание депутатов района. По словам Ткачева, произошла страшная трагедия. Расследованием причин и обстоятельств, которой занимается Следственный комитет России и другие федеральные ведомства, основные выводы еще предстоит сделать, но многочисленные встречи губернатора и его заместителей с жителями показали, местная власть с чрезвычайной ситуацией не справляется. Организация этой работы, ее качество меня категорически не устраивает. Люди жалуются на отсутствие помощи, должной, неорганизованность службы, на то, что власть прячется от них, уходит от принятия решений и ответственности. Если краю пришлось фактически вводить внешнее управление и брать на себя ответственность, если уже 3 суток главой района фактически работает Ткачев, губернатор края, живет, принимает решения здесь, встречается с людьми, то возникает закономерный вопрос. А местные власти что делают в этой ситуации? Зачем вообще людям местная власть, которая показала свою недееспособность работать в критической, кризисной ситуации? И в таких обстоятельствах, я считаю, будет правильно следующее решение. Я отправляю в отставку главу района Прудько Василия Васильевича. И в этой связи одновременно сегодня принял решение направить к вам одного из лучших глав муниципальных образований, действующего главу Абинского района, Васильева Александра Тимофеевича. Взяв слово, Василий Крутько сказал, что за 7 лет, которые он руководил районом, было сделано немало хорошего. Но в ситуации, когда погибло столько людей, он не будет искать оправданий. Сегодняшняя ситуация, я, конечно, разделяю и скорблю.
тех людей не вернешь, и буквально ежедневно, находясь вот в моргах, в морге, видя, как все больше и больше доставляют тел, то все это, в общем-то, воспринимают и на свой счет. И в этом отношении, конечно, можно по-разному тут оправдываться, но, тем не менее, факт имеет быть место. Кстати, Александр Васильев, назначенный на должность исполняющего главы Крымского района, возглавлял соседний Абинский район около 10 лет. Он принимал личное участие в спасении пострадавших от наводнения в одном из поселков Крымского района, в Новоукраинке. Там власти соседнего Абинского района уже рано утром 7 июля оперативно организовали эвакуацию и пришли на помощь людям. За кандидатуру Васильева крымские депутаты проголосовали единогласно. Я думаю, что я буду полезен сегодня Крымскому району, потому что я буду работать честно, я буду работать ради людей, чтобы быстрее выйти из этой ситуации. Народ ждет сегодня, народ задает власти вопросы. Он ждет от нее решения, разъяснения. Поэтому вот мы должны это сегодня делать. Вот только этот симбиоз, он дает уверенность в том, что мы с вами все вместе, буквально там через короткий промежуток времени уже увидим совершенно другую ситуацию. И я думаю, что мы с вами выйдем из этой ситуации в общей команде. Возникает. Губернатор заявил, что сегодня району нужна сильная и авторитетная власть, на диалог с которой пойдут прежде всего люди. А всех, кто представляет сегодня власть в районе, Ткачев призвал объединиться вокруг нового руководителя. Городу нужно как можно быстрее вернуться к обычной жизни. И несколько слов о новом руководителе, которому предстоит выводить Крымский район из сложной ситуации. Александру Васильеву 57 лет, он выпускник Кубанского сельхозинститута. После окончания вуза начал работать агрономом в Абинске, затем отслужил в армии, а после вновь вернулся к сельскому хозяйству. Неоднократно избирался депутатом Абинского районного совета, а 17 декабря 2004 года победил на выборах главы муниципалитета. В 2010-м переизбран на второй срок. За 8 лет работы в районе выросла средняя заработная плата, появились километры дорог и тротуаров, большое внимание уделяется благоустройству. По инициативе Васильева в Абинске установлен памятник апостолу Андрею Первозванному. Святой считается покровителем города. Одним из самых серьезных достижений власти за последние годы жители считают строительство новой современной школы. Там смогут разместиться одновременно 33 класса. Детям даже не придется учиться посменно. Работы в стадии завершения. Планируется, что ученики сразу двух старых школ переедут в новое здание сразу после зимних каникул. Как изменился Абинский район под руководством Александра Васильева, нам рассказали горожане и предприниматели. Если сравнить время, ну, где-то вот лет, можно сказать, 7-10 назад, да, и сейчас, то громадные изменения произошли вот в городе Абинск. Ну, можно сказать, что это действительно стал город. В центре, вокруг фонтаны, цветы, клумбы. Ухоженность стала более чистой. Проблем у нас нету ни с головой, ни с чем. Наоборот, только к нему постоянно. И он тут и днями, и ночами заезжает, интересуется, как, что, чем помочь. Кстати, Александр Васильев не остался равнодушным к трагедии в Крымске. Когда у соседей случилась беда, он вместе с друзьями одним из первых приехал на помощь. На лодке они вывозили людей, которые находились на крышах домов. Удалось спасти 10 человек. Такие факты, но еще не все. Вот о чем будем рассказывать дальше. Море под запретом. Почему главный санитарный врач не рекомендует купаться в районе Геленджика? Край откликнулся на беду. Жители активно собирают гуманитарную помощь, делятся зарплатами и сами отправляются в зону бедствия. Крымский полицейский вместе с бригадой спас 35 человек, но сам погиб. Трагические и жизнеутверждающие истории о спасителях и спасенных. Продолжим сразу. В районе Геленджика, пострадавшего от наводнения, пока лучше отказаться от купания в море. Об этом заявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. На селекторном совещании Федерального оперативного штаба он прокомментировал рекомендации так, цитирую, «Сегодня по микробиологическим показателям вода возле пляжей не соответствует нормам». Конец цитаты. Онищенко добавил, что ситуация будет постоянно отслеживаться до ее полной нормализации. Сейчас в Геленджике ведутся восстановительные работы. Спасатели по-прежнему продолжают расчищать улицы. Как сообщают сотрудники Краевого департамента комплексного развития курортов и туризма, в городе уже полностью восстановлена энергия и водоснабжение, также нормализовано транспортное сообщение.
Жители края активно собирают гуманитарную помощь для пострадавших в наводнении. В Краснодаре пункты приема работают в муниципальном органном зале. Вещи можно приносить круглосуточно в Красунском, Центральном, Прикубанском и Западном округах города. Их адреса сейчас на экране. Палатки для приема вещей и продуктов также есть в крупных торговых центрах города. Больше всего пострадавшим не хватает нижнего белья, предметов личной гигиены, питьевой воды и продуктов питания долгого хранения. Волонтеры раздают листовки с реквизитами специального лицевого счета краевого отделения Красного Креста. Увидеть эти данные и телефоны горячей линии можно и на нашем официальном сайте. Девятый канал тоже предложил свою помощь. К зданию нашей телерадиокомпании все выходные краснодарцы приносили вещи и продовольствие. Первая машина с гуманитарной помощью выехала сегодня утром в село Адырбиевка, а несколько часов назад большой грузовик отправился в Крымск. В нем предметы первой необходимости, продукты питания, одежда, детские игрушки, постельные принадлежности. Как выяснили наши корреспонденты, которые сейчас работают в зоне чрезвычайной ситуации, больше всего пострадавшим от наводнений сейчас не хватает нижнего белья, предметов личной гигиены, питьевой воды, продуктов питания долгого хранения и медикаментов. Что дома нужно? Когда дома нету, когда вообще ничего. Вообще, в первую очередь, естественно, средства гигиены, постельное белье, вот такого плана. У нас замухли одеяло, и одеял нету. Также пункты приема вещей и продуктов открыты в администрациях сельских округов Краснодара. Оказать гуманитарную помощь жители пригорода могут по адресам, которые сейчас указаны на экранах. Все пункты приема работают круглосуточно. Сбор гуманитарной помощи пострадавшим от стихии на Кубани организован во всех городах и районах края. В центре Ейска сотрудники местной администрации установили палатку. О сборе средств сообщали по громкоговорителю. Оказать помощь спешил каждый прохожий. Люди бросали деньги в специально установленные боксы. Кто-то приносил продукты, минеральную воду, одежду. Власти Сочи отправили в Крымский район целую колонну транспорта с продуктами, питьевой водой, теплыми вещами, средствами гигиены и палатками. Всего 26 тонн груза. В дорогу помощи машины собирали все жители города-курорта, в том числе предприниматели, работники транспорта, образования, медицины и культуры. Огромную помощь оказывали волонтеры. Именно они работают на пунктах приема гуманитарной помощи. И сегодня 1000 добровольцев прибудет в Крым, чтобы помогать ликвидировать последствия стихии. Тяжелую технику для восстановительных работ направили в Крымск дорожники «Армавира». В зоне ЧС уже работают грузовики и экскаваторы. С их помощью можно разбирать дома, которые не подлежат восстановлению. Сейчас в местном дорожном управлении готовят дополнительные машины. При необходимости они смогут выехать уже сегодня. В Крымске разбирают завалы 6 работников предприятия. В зону наводнения они поехали добровольно. Они поехали с огромным желанием помочь, что они будут полезны и Крымскому району, и людям, пострадавших при наводнении. Они с огромным желанием, и они, не жалея себя, не жалея своих сил, будут трудиться сколько нужно и в любое время суток готовы работать и выполнять те задачи, которые ставятся перед ними. Несколько десятков работников этого предприятия в 2002-м сильно пострадали от наводнения в Армавире. Они не понаслышке знают, как большая вода может разрушить дом и унести человеческие жизни. Это страшно. Смотреть на людей, на детей. Все, как оно было развалено, все, и дома, и потолки. И невозможно было никуда зайти, люди сидели на крышах. Поэтому, естественно, сразу это вспомнилось. И понятно, что равнодушно нельзя отнестись к этому. Все 267 сотрудников дорожного управления сегодня написали заявление о перечислении однодневного заработка в помощь пострадавшим от наводнения в Крымске. Машины с гуманитарной помощью в Крымск направила и Екатеринодарская епархия. Продукты питания, предметы личной гигиены, спички, хозяйственные свечи. Всего более 9 тонн груза уже прибыли в самый пострадавший от наводнения город. Примерно треть продуктов и вещей приобрели митрополит Екатеринодарский Кубанский Сидор и епископ Ейский Герман. Остальное – пожертвования верующих. Нам сейчас, православным христианам, надо постараться усердно молиться за усопших, братьев и сестер наших, помочь обездоленным, нуждающимся.
Отмечу, что сегодня во всех храмах края продолжают принимать материальную помощь для пострадавших от стихии, а в храме Архангела Михаила в Крымске священники епархии организовали штаб духовной поддержки. Десятки добровольцев приехали в самый пострадавший от наводнений Крымский район. Молодые люди помогают спасателям и жителям разбирать завалы. В городе созданы мобильные бригады, волонтеры работают посменно, собирают мусор и грузят в машины. Мы выносим мебель, вся мебель в грязи, мокрая, очень тяжелая, не пронести. Дом практически разваливается. Пытаемся аккуратно, чтобы ничего не завалилось, никого не ударило. Кроме этого, энтузиасты из России и Белоруссии приступили к отрисовке подробной электронной карты Крымска. Волонтеры поделили город на несколько зон. Некоторые из них уже распределены между участниками проекта. Это необходимо, чтобы скоординировать силы и быстрее оказать помощь всем пострадавшим от стихийного бедствия. Гуманитарная помощь расходится быстро. Пострадавшие делятся последним. Объединенные общей бедой, они перестали быть чужими. Во время наводнения соседи и незнакомые люди помогали друг другу выжить. О людях из большой буквы и чудесных историях спасения. Майя Губа. Надежда Сырукова не знает, за что схватиться в доме, но крепко держится за жизнь. Ее спас совершенно незнакомый человек. Я кричу: сыночка, миленький, спаси, дом падает, дом рушится, помоги мне спаси. Так он вот так вот по воде пришел сюда, а течение такое сильнющее. Я вот так вот спустилась с крыши на эти, по этой же железке, вот так вот в воде он меня тащил волоком. Я говорю: сыночка, миленький, как тебя звать? Он говорит: Ванечка, а фамилия твоя? Не надо, просто Ванечка и все. Многие даже не знают имен своих спасителей, а они, в свою очередь, не спрашивали, как зовут тех, кого едва не погубила стихия. Андрей Зазуля собирал спасательную бригаду из своих друзей. Рассказывает, у одного нашлась лодка, у другого внедорожник. Вместе поехали выручать родственников Андрея. Те уже забрались на крышу, так высоко поднялась вода. Но в итоге машина была забита до отказа. Со всех сторон Андрей слышал отчаянные крики о помощи. Достали деда, он чуть живой был. Сказал, что бабушка утонула, но мы проникли через стекло, залезли, посмотрели, живая была. И, в общем, не могли дверь открыть, пришлось ломать, ну, подручными средствами. Старушку еще тоже вытянули. Когда первые спасенные оказались в безопасности, Андрей снова и снова возвращался к молящим о помощи. Спасатели на ногах уже третьи сутки. Растерянных, охваченных ужасом людей они доставали с крыш, вытаскивали из затопленных домов. В ночь наводнения полицейский Вячеслав Горбунов вместе со своей бригадой успел спасти 35 человек. Его коллеги рассказывают, в очередной раз, направив лодку к затопленному дому, он вытащил двух маленьких детей и вернулся за их родителями. Они были заблокированы внутри. Получил звонок наш сотрудник специального приемника ЦИПАК Николай Николаевич, что я нахожусь по улице, присылайте помощь, и все, звонок оборвался. Позже на улице Луначарского нашли затопленную лодку и тело погибшего полицейского. Сейчас вода почти ушла, но работы у спасателей по-прежнему много. Они ищут пропавших без вести. Говорят, есть шанс, что под руинами домов кто-то еще жив. Возможно, что воздух есть, и поэтому есть надежда, что они просто завалены. Вместе с подтопленцами спасатели разбирают завалы и помогают тем, кто просто физически не может с этим справиться. В домах сейчас хоть шаром покати. В Крымске рады каждому куску хлеба и бутылке воды. Гуманитарную помощь подвозят, но еда, вода и вещи расходятся в считанные секунды. Общая беда сплотила людей. Лишнего не берут. Спасибо, спасибо, хватит. И даже в такой ситуации подтопленцы находят в себе силы шутить. Переживет чуть-чуть, и тут же начинают смеяться, хохотать, анекдоты. На том и русские, чтобы все пережить, как говорится, невзгоды. Майя Губа, Ирина Кизельбашева, Александр Кащеев, 9 канал, Крымск. Уже прошло более 3 суток с того момента, как трагедия пришла в Крымск. Люди тяжело переживают произошедшее. Предлагаю вашему вниманию кадры, которые в комментариях не нуждаются. Это, кажется, снаружи. Вот, смотри, дома нет.
Вот, заходи, снимайся, она тебя показывает. Заходи туда. Все, трусов даже нету. Что будет наводнение? Нас сюда хоть соседи разбудили. А соседи пусть разбудили, у нас же в доме вода была. За полчаса 2 метра воды поднялось. Кто нас спасал? Куда спасать? Куда бежать? Нам уже некуда было бежать. Отец утонул. Они его не успели вытащить. Они его вытаскивали через форточку, а напор воды. И просто зять его не успел удержать, он уплыл. Вот все рухнуло. На одном кирпиче стоит эта стена. Там тоже все рухнуло от той спальни.